Друзья, всем привет, меня зовут Миша Ряженко, и в этом видео мы с вами поговорим про Guitar Pro. Guitar Pro – известный инструмент, многие им пользуются. Наверняка многие из вас им пользуются каждый день до сих пор, хоть и сейчас присутствует огромное количество различных приложений, различных сайтов, на которых можно найти там необходимые табы, необходимые ноты и какой-то материал, и поиграть в свои любимые кавера. Но Guitar Pro все-таки такая... Именно нарицательное уже, потому что все эти прекрасные сервисы обладают одним свойством прекрасным, о котором мы сегодня поговорим. И обязательно подписывайтесь на канал, в телеграм-канал тоже подписывайтесь, там я выкладываю не Guitar Pro, а прям оригинальные всякие нотки, короче, крутые материалы из моей огромной коллекции бесконечной. И также вы можете еще в течение нескольких дней приобрести мои пособия «Финалочка», которые больше не будут продаваться на сайте. Эти пособия помогут вам погрузиться в импровизацию, в гармонию, в музыкальную теорию, в технику, упражнения, видео, курсы, клуб, классное комьюнити и вот это вот все. Проходите, пожалуйста, и пользуйтесь, потому что сейчас супер акция. В начале этого видео я сейчас играл Shape of My Heart, да, ну, известная композиция Стинга, которую написал вот гитарную партию вот эту Доминик Миллер, это его гитарист, очень крутой, выдающийся. И, что интересно, да, я играл ее совершенно не так, как в оригинале она играется, то есть добавил какие-то свои штуки, потом что-то поимпровизировал. Вот, согласитесь, уже немножко не то, правда? Уже немножко не так. И играю я это не на нейлоне, и играю на электрогитаре, возможно, где-то чуть-чуть звучу по-другому. И вот уже не тот вайб, да, то есть как бы это уже мой кавер. Ну и поскольку какой-то уровень игры типа у меня есть, я могу, ну, что-то добавить своего. Как и у вас у всех тоже есть какой-то уровень, всегда можно добавить что-то своего. И вот важно, что Guitar Pro – прекрасная программа, это прекрасный нотный редактор в первую очередь. Нотно, как это сказать, табовый? Нотно-табовый. И я пользовался им много раз для того, чтобы готовить свою музыку, какие-то свои материалы, писать аранжировки и, соответственно, потом их использовать вместе с кем-то или для какого-то мероприятия, там, к своим альбомам. Я когда писал там все эти ноты, короче, выписывал партии. Ну, в общем, книжки, кстати, да, книжки многие мои тоже редактировались там, потом выгружались, это все запихивалось в какой-то визуальный редактор графический и уже версталось для печати. Ну, в общем, это классно все, это здорово, отличная программа. Самая, наверное, адаптированная для гитаристов. Есть еще нотный редактор Sibelius, но он все-таки для гитары не так классно адаптирован. А вот что касается обычного пути, как используют Guitar Pro, ну, в общем-то, все обыватели-гитаристы, это приложение, к которому существует огромнейшее, бездонное количество различных файликов, в которых есть, в общем-то, табы и нотки известных произведений. И в этом кроется, на самом деле, самая главная его беда в том, что многие используют это до сих пор как единственный источник информации о тех или иных произведениях, и все. Больше не парятся, быстро получают доступ к необходимым им произведениям, и все классно. Но не тут-то было на самом деле, потому что есть одна самая главная дисфункция в этом уравнении, то, что мы не знаем, кто эти нотки туда вбивал. И вот кто-то написал здесь комментарий недавно на YouTube, что типа есть другие какие-то там Songster, что-то такое, да, и там тоже похожий сервис, и там забивают туда эти табы, в общем-то, сами артисты. Я не знаю, кто в это верит, ну, типа, я как бы поднимаю лапку и говорю, что это не так. Более того, это совсем не так, потому что никто этой хренью заниматься не будет. Максимум, если есть оригинальные какие-то забитые партии, их просто отдают и могут, да, копернуть. Но, в общем-то, невозможно, чтобы это сами делали музыканты, никто этим не занимается. И такая же история, на самом деле, практически со всеми сервисами, которые предоставляют какие-то вот готовые нотки, да, произведениям. И что самое важное, поскольку это не делают авторы, а делают ребята, как мы с вами, обычные ребята, там неминуемо содержится куча ошибок. Ну, это просто вот факт. Я снял огромное количество музыки в своей жизни, но я же допустил там, скорее всего, много ошибок. И даже когда я играл на сцене, если я это снимал, были, я прям помню моменты, когда были ошибки, что, в общем-то, играется это не так.
на самом деле. Потом смотришь видео и находишь его, и думаешь, блин, почему я его раньше не видел. Там вот он играет по-другому, какой-то музыкант-артист. В табах, которые делают ребята, ну ладно, если это профессиональные транскрайберы, как в Jamtrack Central, ну, как бы, когда мы пользуемся open-source открытой базой, которую, опять же, непонятно кто транскрибировал, часть, конечно, совпадет материалом, но часть прям вообще никак. Поэтому пользоваться Guitar Pro и подобными сервисами, которые являются нотными редакторами, можно и нужно. Или какие-то кавера, которые вы сняли, и также вот решили, в общем, записать, зафиксировать свои труды, чтобы не забыть, во-первых, во-вторых, может быть, с кем-то поделиться. Это классно, это супер. Но если мы пользуемся файлами, которые нашли для Guitar Pro, которые содержат какие-то произведения, знаете, там, скорее всего, будут ошибки. Даже в профессиональных нотных текстах издательства Hal Leonard, Mel Bay, издательство еще какое-то забыл, что-то там Notation, Berkeley Press, везде встречаются опечатки. Вообще везде. Это нормально. Но там, по крайней мере, ну, большая часть материала сверена с артистом. Я, кстати, когда изучал историю и общался с Jamtrack Central, они мне хотели как продюсера подписать, чтобы делать им минусовки, я узнал, какие у них условия сотрудничества, и вот тебе может ноты сделать транскрайбер, но ты также можешь делать их сам. И транскрайбер профессиональный, он там по твоему видео, и в том числе по своему слуху, ориентируясь, может очень круто точно снять. И все ребята, кого я знаю, кто там участвовал, там Серег Головин, там Федь Досумов, они все, в принципе, довольны были материалом, который им присылают, когда они делали ноты. Ну, Серега, по-моему, сам делал. Так вот, если артисты проверяют эти ноты, в целом ок, хотя они тоже могут что-то не доглядеть, и за этим следят многие издательства авторитетные, типа Hal Leonard. Но вот если как бы это сделал кто-то, учтите, что там с большой вероятностью будут ошибки. Произведение будет неудобно играть, его будет сложно играть аутентично, чтобы звучало так же, как в оригинале. Ну и возможно, что вы будете задаваться вопросом, что же у меня не звучит. Ну, понятно, что надо как бы играть, в общем, соответствующе, да, но кажется, что не звучит. Есть еще один минус у Guitar Pro, это MIDI-воспроизведение, ну и любое даже с плагином воспроизведение, когда вы ориентируетесь на то, что он вам воспроизводит, а не на оригинальный звук. Когда вы играете не с оригиналом, много-много-много раз прослушивая, что играется в оригинале, как это звучит, впитывая вот этот звук, эту атмосферу, этот, не знаю, что там, короче, еще есть драйв, оттенки тоновые, тембровые. Если вы играете с MIDI таким не очень звучащим минусом, вы просто вот от количества повторений и прослушиваний привыкаете к тому звуку, которого в оригинале нет. И это не круто. Вы можете сказать, что это пофигу? Нет, не пофигу. Музыкальная культура и звук, собственно, к которому вы стремитесь, он в оригинальных записях, он на концертах, но он не в MIDI, в каком-то непонятном плагине, который воспроизводит звуки, которые, возможно, туда занесли неправильно. Ну, понимаете, да, сколько дисфункций может быть? Я не то чтобы хейчу сейчас эту историю, я тоже очень много чего играл по Guitar Pro, но лучше используйте это в формате нотного редактора в избежание недоразумений, как говорится. Меня зовут Миша Ряженко. Подписывайтесь на мой канал, на телеграм-канал. Там выкладываю оригинальные нотки всяких известных композиций и групп. И также обязательно приобретайте мои пособия, вступайте в клуб, кайфуйте, и будет вам счастье.